Сегодня всей толпой ходили малину собирать в лес. Ольга говорит, отдыхать идем. Какой это отдых? Я малину собирать не люблю. Ну, побыли вместе, уже хорошо. Представляете, какой муравейник огромный. И это все, вот эти муравьи маленькие, натаскали вот столько. Это да. Больше метра. Первый раз такой вижу муравейник. Огромный. О, как же они натаскали это все. Что кушаем? Вот, Лера, смотри, какая ягода. Малина. Да, бери. Ягода малина. Вот смотри, как, сколько их. Вот-вот-вот, сколько, видишь? Вот-вот-вот. Сразу ешь. Низко никто не собирает взрослых, а ты маленькая ходишь внизу, тебе хорошо. Собираем малину. А где-то в этом малиннике внучку потеряли. Внучка! Ты где? Вон внучка сидит. Вот тут. Сидит, не собирает, кушает. Видите ли? Малину. Малинка. Малиночки. Вот собрали сколько. Ведрышко. Покажи. Ягода малинка. Собрали малинку. Ой, внизу самое хорошее. Я хочу тоже сфоткаться с тобой. Иди сюда. Вон, набрала. Полное ведро. Умничка. Не надо меня, деда. Давай свое ведро закрою. Кирилл полное ведро набрал. А Лера? Я тоже себе хочу. Собирали ягоды. Как быстро идет Лера. Ой, Боря. У нас ты хочешь поспать? Пойдем к нам, значит, поспать. Цветы, смотри какие, это иван-чай. Это не муха, это шмель. Шмел, без мягкого знака. А тарелька? Без мягкого. Возле футбольного поля. Не, или как? Правильно, возле стадиона будем проходить. Надо посмотреть черничку еще. Вон там наши еще остались. Лера до дома не донесла. Покажи. Собирала-собирала и до дому не донесла. А из чего будем варенье делать, скажи, пожалуйста? Из ваших ведер. А я хотел из твоего сделать. Мне еще маленькое. Мне мало осталось. Да ладно, ты маленькая.
Тебе можно не собирать. Ты это будешь собирать ведерко, да? Собирай ведерко и помоешь ее. Как называется ягода? Черника. Ну и собирай. Давай вместе соберем. Я не могу, я снимаю на камеру. Мы пойдем с Кириллом, пошли. Придете. Хорошо. Так она у нас спит или с Кирюшей идет? Сказала, у нас спит. Собирай. Неносик. Так, вот черника, которую Лера собирает. Листик оторвала. Какой? Что-то лежит на пальчике. Ты пальцы-то не съешь? А-а. Комары достают. Так, что ты пальцы облизываешь? Ты вон собирай лучше ягоды. Пальцы потом в самом конце оближешь. Я забыла, как сначала. Обезьяна-попугай, что-то там такое. Ой. Тра-та-та, тра-та-та. Мы ведем с собой кота. Тижика собаки, ушки забиянки, обезьяна попугая. Вот компания какая, вот компания какая. У Леры не хватило сил, дедушка ее везет. Лера на верблюд едет. Да. Страшно? Вот моя ягодка. Набрала. Да. Ой. Чтобы бабушка не взяла. Ту. Вот итог наших сборов всей семьи. А вот это превращается потом в варенье. Такие же баночки у нас. Так, а ты мою ложку взяла? Да. Вот у нас баночки такие с малинкой. Вот туда малину. Две малинки и... Положили. Что сделали? Малинку положили или... Свалили варенье. Подождите. Две малинки? Нет, три малинки и абрикос. Да. Это когда-то мы с Финляндии привозили баночки, там было варенье. Сейчас мы свое варенье туда положили. Подружки встретились, давно не виделись. Вчера только видели, да? Я тебя даже издалека увидела. А теперь меня. Давай, теперь тебя. О, почти так же.